Итак, прощай рекурсия. Декоратор LRU Cache нам больше не потребуется, как и вызов Set Recursion Limit, просто удалим их. И перейдем к функции EditDistance. Что будет делать не рекурсивная версия? Ну, для начала ей потребуется длина наших строк. Назовем их M и N. Затем она будет поддерживать матрицу D, которую мы инициализируем нулями. В Python есть специальный синтаксис для создания списка фиксированной, ну, то есть известной длины. Выражение, которое я только что написал, создаст список длины m плюс 1 из нулей. Тут есть небольшая уловка. Заключается она в том, что если мы напишем еще и вот так, давайте я поменяю местами m и n, то на первый взгляд мы получим матрицу размера m плюс 1 на n плюс 1, но все строчки матрицы будут разделять ссылку на один и тот же список, который мы сделали вот здесь. Поэтому правильный способ инициализировать матрицу нулями выглядит следующим образом. В этой версии каждая строчка будет создана независимо от других строчек. Разберем случай пустых строк. Индекционное расстояние от строки длины i до пустой строки, ну, это просто i. Аналогично для другого индекса. Теперь рассмотрим не пустые строки. Для этого пройдем индексом i от единицы до n плюс 1, ну а индексом g от единицы до n плюс 1. Заполнять будем и ту, и житую ячейку. Все так же рассматриваем три альтернативы. Я просто возьму и немного адаптирую нашу предыдущую версию, потому что по сути здесь ничего не меняется, просто меняются одни скобочки на другие. Это у нас вставка, удаление, а здесь мы штрафуем за несовпадение. Ну или не штрафуем, если символы совпали. Ответом будет ячейка матрицы MN. Ну и на этом на самом деле все. Посмотрим, что про нашу новую версию думает функция test. Вернем здесь 64. Функция test согласна, что все осталось хорошо. Если применить к вычислению итого житого элемента матрицы D метод пристального взгляда, можно заметить, что итый житый элемент зависит только от текущей строчки матрицы D, D от i, и от предыдущей строчки матрицы D, D от i минус 1. Таким образом, все остальные строчки можно и нужно не хранить. Давайте мы эту идею реализуем.